Как тебе, кстати, как вам вообще музыкальное оформление мероприятия? Печально. Мы уже... Нет, почему печально? Мы уже об этом разговаривали. Наоборот. Вот эта комфортно. Подборка точно такая же, как у нас вот во все года всегда, и у нас стобор диджей. Солидно все должно быть. Практически тот же репертуар. Плагиат. Как дома. Нет, это не плагиат. А кто сказал, что должна быть какая-то другая музыка? Нормальная музыка. Да, должна быть народная музыка, попса. Нет, попсы не должно быть. В материале попсы не должно классическая. Быть. Классическая. Мы погрязли уже в попсе. Занимаемся попсой здесь вообще. Я бы так сказал. Только непопулярный. Непопулярный попсой. Да, непопулярный, подвальный. Вас угостили чем-нибудь? Все путем. Да. Давайте, большое вам спасибо. Счастливо. Слава Богу, они не понадобились. А то бы опять прославился Щелковский. Конечно, там дедок сидит опытный. Он приватный. Они здесь не нужны им, наверное. На УАЗиках они уже не ездят.